уроженец города Луганск, коренной луганчанин. Вот, родился, учился, жил здесь и никуда не собираюсь. Летом 2014 года мы, так сказать, по воле судьбы оказались в поселке Новосветловка. Это 20 километров от города Луганск. Вот, родственники попросили, так сказать, присмотреть за домом. Ну, а через неделю, получается, зашел батальон «Айдар». 24 июля, да, день их независимости, так сказать. Пришла разведгруппа к нам в дом. Стоял автомобиль мой. Вот, и в бардачке георгиевскую ленточку мне нашли. 9 мая я всегда одеваю георгиевскую ленточку, потому что великий для меня праздник, для меня святой. А, ну и казалось, да ты, говорит, сепар. Ну, тогда я понял, что кто к нам пришел. Вот. Ну, и все, собираюсь, я поехал и с нами. Айдар был, вот уж у них там все вот, в крестах, это рабовластник был, у одного шеврон, рабовластник. Сепара споймала. Ну, говорит, что, говорит, расстрелять. Я такой как-то думаю, да что ж такое, так быстро-то, жизнь моя еще туда. Говорит, ну, сейчас мы тебя будем спрашивать. И стрельнул мне ногу, ниже ягодицы. Вот, ну, больно, кровь. Подошел и треснул меня лопатой. По этой же ноге, по ране как раз, ну, отнялась у меня нога, наверное, кровь перестала бежать. Начали дубасить, бить. Тут уже ребята были в берцах, хорошо я так получил. Вот, а потом облили бензином. Зажигалочка, чих, я распламеняюсь. Ну, рука особенно, вот эта рука, плечо. Я кричать начинаю, ну, страшно, действительно страшно, ну, что могу сказать. Вот, кричать начинаю, они потушат. Говорят, ну, сейчас мы тебе сгрубим георгиевскую ленточку на голове. И вот тут и палка у меня пять раз, ну, можно посмотреть, она, у меня георгиевская ленточка теперь здесь вот вся есть. Ну, грубо говоря, меня за эти сутки превратили в большой кусок синего мяса. Полностью была отбита левая нога, палкой меня били. Пистолет в рот сволочи засовывали. Сейчас мы тебя стрельнем. Зубы покорежили, гады. С тех пор, грубо говоря, я три месяца провел в больнице в Краснодоне. Мне еще 50 рублей, а нет, а ты уже все овощи. Ну, чуть боли колени постоянно опухают, ноги внизу. Вот сейчас, я же говорю, там, где прострелена, она вот на погоду, все, ну, все, ну, как обычное влияние травмы, серьезно. Травмировано все. Тварь с промытыми мозгами, больше не добавить ничего. А георгиевская ленточка – это святое спорное. И для всех всегда было здесь, и оно всегда будет.